Во дворце водного спорта «Дельфин» состоялось первенство Воскресенского района по плаванию. Воспитанники школы Олимпийского резерва Академии спорта выступали на двух дистанциях, каждой в своей возрастной группе. В результате заплыва будущим чемпионам вручили 8 золотых, 7 серебряных и 7 бронзовых медалей. Воскресенский химик стал победителем международного турнира на призы олимпийского чемпиона Юрия Ляпкина. За кубок легенды отечественного хоккея боролись 6 команд из России и Беларуси. Одержав 5 побед, наши спортсмены заняли первое место. Девяносто два спортсмена преодолели дистанции протяженностью 1,5 километра в лесном массиве деревни Шильково. В первом туре первенства Воскресенского района по лыжным гонкам приняли участие как жители нашего города, так и гости из Егорьевска, Коломны и Рошали. Прошедшие сложную трассу боролись за золото в 15 возрастных категориях. Лучшей среди самых маленьких спортсменов стала воспитанница Воскресенской спортивной школы Аня Мозголова. Также первые места заняли Савелий Рахманов, Софья Волкова и Николай Ермаков. Второй тур первенство состоится 3 февраля. Место проведения не изменится.